Силы на нуле, но эмоции запредельные. За лидерство пришлось хорошо потрудиться. Во-первых, пробежать тяжелую трассу с многочисленными подъемами и спусками. Во-вторых, максимально сконцентрироваться, чтобы выстрелить четко в цель. На огневом рубеже 5 мишеней и столько же попыток. Было сложно, соперники сильные, стрельба мне далась хорошо. Сколько в мишени попало? Все. Этот турнир для спортсменов особенный. Оценить их атлетизм и действия у огневого рубежа приехала настоящая легенда биатлона. Александр Тихонов – 4-кратный олимпийский чемпион и 11-кратный чемпион мира. По его словам, у сегодняшних спортсменов есть все возможности для достижения высоких результатов. У нас таких условий никогда не было. Мы сами вешали мишени, сами делали щиты. И зимой, и летом. У меня очень много фотографий. И пристреливали сами, и все прочее, да. Вот. Но было самое огромное желание, невзирая ни на какие условия, добиваться побед. Моя твердая уверенность, что талантами не становятся, ими рождаются. Мы не сможем писать стихи, как Пушкин. И после Пушкина у нас 225 лет, второго Пушкина пока нет. Первенство края по биатлону ежегодно объединяет легенд спорта и юных биатлонистов. Это подтверждает тот факт, что биатлон в Алтайском крае на высоком уровне. Что касается обмена опытом, тренерский состав там своими делится секретами, ну и ребятишки соревнуются, когда с представителями других субъектов, это тоже дает хороший результат. По итогам двухдневных биатлонных баталий лучшие получили медали и кубки. А главное, у всех участников была возможность встретиться с легендой спорта. Это хорошая мотивация ребят на большие успехи. Дмитрий Дроздов, Алексей Фризин. День с толком.